Всем привет! Смотрите, какая у нас зима. Сегодня прекрасный солнечный день. Погода та, которая всем нравится. Которую все любят. Кота что-то нету. Где-то лындает, наверное. Тобик в будке сидит. Борщ варю из утиного супового набора. Морковку тру побольше. Потому как у нас урожай в этом году. Так я морковку усилена. Побольше в суп, побольше в борщ. Надо еще вот мелкую потереть. Бурячок, лучок. Картошку почистила, но мало, надо в подвал лезть кому-то. Борщ. Борщ готов. Картошки, правда, было мало. Не стала я дожидаться, пока мне кто-то ее занесет из подвала. Приготовила как есть. Капустки побольше будет такой. Какой есть, такой и будет. А то пока дождешься. А я в тот подвал не лазю, потому что он опасный. Тут суповой набор утятина в прикуску будет. Поглодаем косточки с чесночком, с паприкой. Он, конечно, не презентабельный, но нечего разжираться. Вот то поглодаем. Перед Новым годом нечего разжираться. Нормально. Зато бульончик вкусный очень. Почти даром. Сегодня, кстати, затолкла свой борщ выдержанным сальцом. Я так люблю маленький кусочек толченого старого сала. И борщ становится намного вкуснее. Кто так не делал, можете попробовать. Сделать эксперимент. Не знаю, мне очень нравится. Наверное, это украинские забавы. Давайте я вам покажу наши покупки. Можно сказать, предновогодние. Ничего тут особенного нету. Эдик сегодня ездил на почту и заодно заехал по магазинчикам. Итак, предновогодняя каша пшеничная собачья. Купил яблок, пакет. Вот такие яблочки. Бананчики 2 штучки нашла. Филе куриное попросила купить. Возможно, буду делать салаты какие-то с грибами. Может, и не буду. Посмотрю по настроению. Много на Новый год я не готовлю. 2-3 блюда. Как всегда, шубу, оливье. Скорее всего, будет гусь. И, может быть, 1 января доготовлю еще один какой-то салат с грибами. Ага, еще у меня есть крабовые палочки. Ну, в общем, туда буду дальше готовить в первых числах января какие-то новые салаты. Но в один день я не собираюсь готовить их 5 или 6. Нам просто не съесть. Так, молоко пакет. На блинчики или на кашу горбузячую. Колбаска докторская. Хочу в этом году сделать салат оливье с колбаской. Потому что мне Наташа с Блинтайма сказала, что с отварным мясом это салат столичный. А мне что-то в этом году хочется именно с колбаской. Не знаю почему. Но попробую, если у нее, конечно, нету никакого привкуса. Потому что я не люблю, когда в салате мясном, в оливье, есть какой-то привкус колбасы. Терпеть не могу просто. Мне лучше с нейтральным каким-то мясом, вот куриное филе, например, чем с колбасой, с какими-то там специями. Не люблю. Так, майонез. Майонеза на Новый год много не бывает. Так, попросила из праздничных покупок, это колбаски. Попросила Эдика купить разных колбасок, сырокопченых или сыровяленых. Вот это вот считается, это вроде бы сыровяленая. Разрез мне нравится. Я люблю колбасу с салом. Такая фирма Зоря, Днепро, Флорентийска. Взял такой кусочек. Это прошутто. Какого сорта, не могу понять. Сорту. Якого сорту? Прошутто. Колбаса. Сыр. Колбаса сыровялена. Ну, не знаю, как-то она на сыровяленую не похожа. Я как-то сыровяленую представляю по-другому. Но пахнет вроде бы сыровялиной. И видно, что она из мяса сделана. Знамо смачно.
Сиров'ялина вищого сорту. Ну, та хорошо. Склад. М'ясна сировина. З кого? Свинина. Напівжирна. Пряно-ароматна суміш. Свиняча ковбаса, короче говоря. Тоже фирма «Зоря». И вот такая вот татарская сыровьялина ковбаса. Вот это вот та, которую я представляю. Высшего сорта. Колбаса где-то приблизительно в районе 450 гривен. То есть 10 евро килограмм с копейками. Вот так. Если уж на то пошло. Такую взял палочку. Ну, тут по весу немного ее. Так, хлеб. Купил целых 3 буханки, по-моему, про запас. И плавленые сырки на салатики. Опять же, возможные салатики. Не знаю даже, что еще буду готовить. У меня меню такое, знаете, внезапное. Вот что захочу, то и приготовлю. Списки я не писала. Крабовые палочки. В прошлый раз мы были в магазине, они не были по акции, насколько я помню. Вот такая упаковка крабовых палочек. Полкилограмма стоит 89 гривен. А упаковка 250 грамм, в общем, в 2 раза меньше, стоит 72 гривны. Ну, конечно, ход конем такой. Все будут гребти вот эту большую упаковку. Так, Эдик купил мне еще вот такой вот йогурт. Комфорт, та легкость с ананасом Активия. Очень вкусный, мне так понравился. Правда, он был не по скидке, но я уже попросила, он говорит, он самый дорогой. Но очень вкусный. А хлеб темный. Кава с молоком по скидке была. Вот такой крем. Чиз. Очень классный. По скидке тоже был. Правда, не было по акции моего сыра с плесенью. Ну ладно, обойдусь. Его ем одна я. И вот такие 2 плавленых сырка также были, видимо, по акции. А! Все. Что? На, что взять? Давай. Повешу. Редьки. Редьку. Штук. О, котяра пришел. Штук 2. Достаточно, я думаю. Бандерас пришел. Лапы грязные. Ну ничего, он их уже об коврик вытер. Да? Кот, моркот. Да чистые у него лапы. Какие они грязные. Это яблоки. Бандерас, ты яблоки есть не будешь. Пантерас. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Запрыгивай. Молодец, хороший котик. Очень хороший котик. Хороший котик, хороший. Он сегодня без аппетита, видно, его дома накормили хорошо. Селедочкой, потому что воду хлыстал, да? Бандерас. Правда, ему утятинки хотелось. Так хотелось утятинки. Так хотелось, да? Так я ж тебе дала сырую жопку, а ты что-то ее без аппетита. Не очень по жопкам. Ну, не голодный. Просто не голодный. Я, как всегда, в своем репертуаре. 10 часов вечера. А у меня картошка с солеными огурцами и с майонезом. Ужин. Вот еще огурчик у меня тут. Солененький. Ужин эвакуантки. Или как я называюсь? Эвакуантка. Почти оливье. Майонез, картошка и огурцы соленые. Почти оливье. Что-то так есть захотелось. На ночь представьте.
Нет у меня настроения. Не хочу Новый год, чтобы наступал. Правители там законы принимают. Всякие разные интересные. Хотят людей. Хотят людей в рамки загнать. Пусть попробуют. Когда-нибудь люди психанут. У наших людей опыта много. Ой, ладно. Всем пока. Всем здрасте. У нас 29 декабря. Вечер. У нас сегодня массированный обстрел по Украине. Такого вообще еще, по-моему, не было. Над кем-то пролетело, куда-то прилетело. Я, слава богу, не следила за этим процессом, потому как я занята. Я по утрам монтирую ролики, не заглядываю в новости, то есть я не смотрю, что там произошло. У нас тут тихо. Как я узнала? Мне написала Жанна Эйжвертиня из Латвии. С канала Жанна Эйжвертиня. Пишет мне в Инстаграме: «Таша, как там у вас? В Украине там такое творится». Ну, мне сразу разные мысли пошли в голову, что тут может в Украине твориться, что тут только может не твориться. Все, что хочешь, тут может твориться в нашей Украине. Потом и она мне написала, что тут творится, я уже сама нашла. Это просто... Я вот рассказываю, у меня вот это вот... Я не могу. У меня только один вопрос. У нас что, мало дипломатов выпущено в университетах? Зачем учили всех этих людей? Для чего? О них ничего не слышно. Где это все? Где эта вся дипломатическая работа? Что это за пинг-понг?